У меня были такие педагоги потрясающие, которые в меня очень много вложили, правда, себя. В отличие от Витьки Сухорукова, я обученный артист. Он от Бога, а я хорошо выученный. И родители, которым много пережили из-за меня всего всякого, и личная жизнь, и мои друзья, и в меня верило очень много людей. И я подумал, неужели вот эти все усилия и вера такого количества людей и моя будут обмануты? Я не имею права их обмануть. Другое дело, что я ни черта для этого не делал. Но выяснилось, что стратегически, с точки зрения вот глубины моей профессии, я делал главное. Я накапливал неудачи и боль. Накапливал. А сильнее этого фундамента человеческого в моей профессии нет ничего.